Найти хорошую работу непросто. Вдвойне сложнее это сделать людям с особыми потребностями. Виталий Турченюк – инвалид по зрению, плохо видит с детства. Закончил медицинский колледж и целый год искал работу по специальности. Подобрать подходящее рабочее место помогли в городском центре занятости населения. Сложности были, конечно, устроиться на работу, так как не было ни опыта, не брали никуда. Вот. Когда закончил медколледж, пытался во многие организации устроиться, не брали. Работа, конечно, тяжеловатая. В конце смены уже как бы усталость чувствуется или с непривычки еще. Просто недавно работаю. Виталий делает различные виды массажа. Лечебный классический, пневмомассаж, восстановительный массаж после перенесенных инсультов. Клиенты качеством услуг довольны. Очень мощные, сильные руки, чувствительные. Вот. Делают очень хорошо, впечатляют. Просто кудесник. Побольше бы таких специалистов. В этом году на предприятиях города было создано 24 рабочих места для людей с ограниченными возможностями здоровья по специальностям швеи, программисты, менеджеры. Количество таких людей, состоящих на учете в Центре занятости населения, за текущий год сократилось в полтора раза. При обращении людей с ограниченными возможностями мы, безусловно, опираемся на результаты рекомендаций, которые отражены в индивидуальной программе реабилитации. Мы индивидуально подходим к каждому инвалиду, состоящему на учете. Если есть рекомендации по состоянию здоровья, и инвалид может работать по той или иной специальности, мы предлагаем переобучение. Одна из главных проблем – отсутствие инфраструктуры. Но первые шаги в этом направлении уже делаются. Впервые за долгое время в Иванове оборудовано 3 рабочих места для колясочников. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.